В рамках реализации проекта «Новая школа» и контроля исполнения программы наказов избирателей Подмосковья «Территория перемен», сформированной на основании народной программы партии, одинцовские депутаты-единороссы провели совещание, посвященное ходу строительства школы в поселке Горки-2. Сегодня на объекте завершены работы подготовительного периода. Выполнено подключение к временным инженерным сетям, рабочие приступили к разработке котлована. При этом был отмечен высокий темп строительства при отсутствии нарушений законодательства о тишине. В ходе проведения работ соблюдаются все необходимые строительные нормы и правила. Новое образовательное учреждение будет рассчитано на 550 мест.